Бидай шығымы жақсы, бәрі берілді, тағы дәрі береміз жармысын, тағы береміз. Председатель сельского кооператива «Жейнбай» Кенис Аликансиит приобрел 38 тонн аммиачной селитры. Ее он купил с 50% скидкой. Вместо 68 тысяч тенге за тонну взял за 34 тысячи. Кроме того, сельхозпроизводитель купил 5 тонн дистоплива по сниженной цене – 82 тенге за литр. В прошлом году я получил 20 центнеров пшеницы с одного гектара. В этом году урожай также будет хорош. Об этом свидетельствуют и сами всходы. Вот, видите, ствол ближе к корню толстый. Если бы он был утонченный, то урожая было бы мало. А ствол приличной толщины на первых всходах. Чтобы получить удобрение, заявки подали более 20 сельских кооперативов. Из 670 тонн удобрения, выделенных для сельхозпроизводителей, уже отпущено 248 тонн. Территория пассивных площадей областного центра составляет 37 тысяч гектаров. На сегодняшний день на территории 8,5 тысяч гектаров засеяна пшеница, а на 7,7 гектарах засеяна клевером. Мы принимаем заявки на получение социального дистоплива и удобрения лишь до октября месяца. Такие сроки были установлены с тем, что у нас есть еще сбор осеннего урожая и осенние пассивные работы. В этом году государство оказывает помощь гражданам, занимающимся сельским хозяйством, представляя им различные скидки на топливо и удобрения. Остается лишь трудиться, не покладая рук, и пожинать плоды в сезон сбора урожая. Бахром Абдуллаев, Эльдар Шунусканов, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.